сколько лет Москве? Приблизительно где-то 19, но она молодая. Москва очень молодой город? Да. Красивый? Чистый? Чистый, нет. 900 лет в Москве. Почему Москва такая большая? Потому что у нас целых два куска Москвы. Тебе какой кусок Москвы больше нравится? Наш, вот где мы сейчас работаем. Угу. Москва старая или молодая? И молодая, и старая. Как ты? По-твоему, я и молодая, и старая? Молодой и старый, а не молодая и старая. Ну, хоть на этом спасибо. Что было раньше, Москва или динозавры? Динозавры. Москва, Москва, да, Москва. Скажи, пожалуйста, по Москве динозавры ходили? Конечно. А то где бы они ходили еще? Угу. А по каким районам? Ну, точно я не могу, но по всем, наверное. У каждого динозавра был свой район. Мы сейчас говорим про динозавров, а не про префектов. Скажи, пожалуйста, а чем динозавры отличаются от префектов? Ну, у них гигантские зубы, гигантские когти, я даже не могу сказать, какие. Ты сейчас говоришь про динозавров. А кто больше ест, динозавры или префекты? Ну, наверное, одинаково едят. Ты же сам не из Москвы, ты же из Петербурга? Да. Вообще, вот ты как петербуржец, любишь москвичей? Нет, я их не знаю. Ты Москву любишь? Да, люблю. Почему ты любишь Москву? Потому что она красивая. Ты любишь за то, что она красивая? Да, потому что есть Красная площадь. Самое красивое место в Москве какое? Красная площадь. А самое некрасивое? Угол. У тебя есть, вот ты приезжаешь же в Москву к нам на съемки, у тебя есть в Москве какие-то любимые места? Уже появились? Появились? Да. Какие? Деловой центр. Деловой центр? Что тебе больше всего нравится в деловом центре? Ну, понравилось человек в костюме белки, которая любила орешки. Давай проверим, хорошо ли ты знаешь название московских улиц. Я буду говорить слово, а ты мне говори, это Московская улица или нет. Давай? Хорошо. Давай. Полянка. Есть. Солянка. Нет. Плющиха. Есть. Ордынка. Есть. Простынка. Есть. У тебя есть знакомые, которые живут на Простынке? Арбат. Есть. Шабат. Нету. Нет такой улицы в Москве. Ты никогда не гулял по Шабату? Шабат? Не слышал никогда песню? Ах, Шабат, мой Шабат, ты мое Отечество. И хочу, чтобы было побольше чуть-чуть Красная площадь. И хочу, чтобы там все открывалось, даже ночью чуть-чуть. Ты бы куда хотела ночью зайти на Красной площади? Да, я заходила там, хотела посмотреть на Ленина, а там было все закрыто. Это ты ночью пошла? А ты одна была? Нет, я с родителями поехала, и вот. Говорит, мама, давай пойдем Ленина посмотрим. Говорят, прости, мы для сюда и ехали, но закрыто. Извини уж. Как зовут мэра Москвы? Собянин. А имя? Василий Собянин Петрович. Василий Петрович Собянин. Да, Василий Петрович Собянин. Давай, имя, отчество и фамилия мэра Москвы. Слава, это опасно сейчас молчать. Опасно. Почему? Хочешь новую квартиру в Москве? Пока нет. Мэра Москвы зовут Собянин. А как зовут его? Имя-то какое у него? Собянин. Как зовут мэра Москвы? Саша Волков. Молодец. Иди.